Нужно ли соблюдать пост или нет тому, кто не совершает намаз? Данный вопрос полностью зависит от того, каково положение человека, который не совершает намаз. Мусульманин, который не совершает намаз по лени, по слабоверию, но не отрицает обязательность, этот человек остается в лоне ислама. Он грешник, но он мусульманин. И таково мнение абсолютного большинства ученых саляфов, ученых мадхабов. Практически всех четырех мазхабов, кроме одного предания по мазхабу имама Ахмада, рахматуллахи алейхи, человек, который не совершает намаз, там по лени, но не отрицает ее обязанность, не принижает ее достоинство, является мусульманином, но является грешником, ему надо покаяться, возместить намазы и так далее. Следовательно, пост у этого человека засчитывается, поститься он обязан, потом как мусульманин, а вот примется или нет, это только Аллаху ведомо. Конечно, тому, кто не совершает намаз, шанс принятия очень маленький, но примется или нет, ведает только Всевышний Аллах, субханаху ва тааля.